Уже меня сожрут. Два раза. А вы в Кражан ХМ не ходите? Ну это своими силами там и... Ой, бля... О, опять сопли. А я говорил. А я говорил. Хил не хилит. Да конечно, тут танки и не держат. Вы короче, я сейчас пекнусь. Нас на пол. Не, вы очень много жрете урона. Дело не в хиле. А другого спека нету? Нет. Да нормально это все, сейчас это только вот пауки. А кто у нас хилы сейчас вообще? Друид. И все? Не знаю. И Войт. Я спекнулась в холик, в ДЦ-шку. Войт тоже хил. У нас три хила зачем? Надо. Надо спил не трогать. О! А я сбросил. На грязи. Да. Не рыгай. Да я тебе так сейчас. Лови, лови. Еще что-то об тебе. А что, сегодня прохил будет, или я так и буду бегать? Да нет, там три. Туда-сюда просто. Там всего три хила. Пауков еще привели. Почему три хила? Два. А что так мало? Надо еще одного. Может это я по фану да походу строить решили? Да я и смотрю. Кому-то, видимо, кольца не хватает немножко. У меня, кстати, нет кольца. Во! Во! Пойдемте направо сейчас, вон, не выходить до полей ловить. Что, вы реп убьете? Биться да. Да, да, сейчас фарм. Да, кайфово. Ребята, после кары не хотите вы резку? Резка будет нас на РТ. Да, она, наверное, имеет в виду десятку. А, десятку. Десятку, она быстрая. Зачем? Она бесполезна. Нам на вара, не знаю, что не думала. На вара? Чешку, чешку. Полезно. Чешку, чешку, да. Она 26-я стоит даже просто. Чешка не падает. Эх. 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 Когда я резко будет? Ну, нормально. Сегодня будет вроде... Блин, это тренировка. Наверное, будет. Ну, если мы все успеем, угу. Я будет, пролетаю сегодня. Нахуй того танка, у нас соревнования, сказали жестко. А, нафиг этого в холле дринка. Что там, бурю дает и падает. Какие соревнования? По стрельбе, мне КМС подтвердили. Сильно. КМС почем? Из пневматики много, алкарибирка. Так, койл, оп. А кстати, в танке вообще юзается койл? Для агро. Я юзаю. А что это такое? Просто я койл. Даже хз почти куда скидывать, типа силу рун. Лик смерти. Лик смерти по-другому. В смысле, не, у тебя все идет в рунический. Рунический. А, в руник? В руник требует? Да, да. По 40, кажется, да, там? Поэтому у тебя он в каждой кнопке записан. Я понял, да. Ну вот как танчить паки мобов, я вообще не понимаю. Типа, если лужа КД, то это все. Ой! Я типа жму вот две кровавые взрывы. Я какой бич. Типа, это мы эти вскипания крови? Да-да-да. Я кровотвор жму и вскипание два раза. Надо попробовать бытой. Я говорил нахуй того танка хильте хулидринкой. Он все равно не танчит. Танчу, все да. Танчу. Все, что нужно, танчу. Давайте, прохождение Кражана Бычка в два танка. Три танка, четыре хила, да? Гулю резнуть. Можно ин разлить, пожалуйста? У меня КД. Я пытаюсь... Нормально меня воскресите, не надо мне это гулю. Где ты? О, я вижу, да, холдринг, наверное. Чисто загрипали. Восстань, восстань. Ну я... Какую именно? Вторую, третью, первую? Дайте лапку. Давно не гляделось, слушай. Лапку, пристабав, там.
Ты бы это, сам бы дал бы кулачок или касочку. Ну чё, как тебе Путыка, Армагеддон? А, Ванёк. Чё, чё говоришь? Как тебе Армагеддон? Да нету касочки или касочки. Спасибо. Ну кто уснёт? Попить, попить, я на что тебе? Так вот. Кого успели сдохнуть, а? Я только вас бафал. Ну, спасибо. Короче, упадут руки на шапе. На ДК руки упадут. Да, наверное, чуть-чуть стопните, там хилы сухие нахер. Голова. Я по хиле не боюсь. Пускай будет. Все нормально. Вон, пошел дух за вами. У нас... Ну, точнее. Это чем? Ну, кто-то... Бонара, Инер, дай в морду. Нету. Я не хил. А ты не хил? Я не хил, но я могу сделать так, смотри. Сделать так и сделать вот так, все. Теперь живи. Ох. Как же ты кушаешь, ты ее. Я еще могу сделать так, сейчас дождем. На. Ну я молитву закидываю периодически, как бы. Когда выйдет обновление? Чё, давай пропустим? Обновят. Перед ЛТ. Бежим. А дай его на Пневмакову лучше. Когда у нас РТ начнется, тогда его выпустить. Да? Серьезно? Да, да. Начнутся дисконнекты, вся херня. Да, это как всегда. На груле особо останется 10%, и мы такие, хоп, улетаем. Ну кто-то, я вчера с ребятами ходил в 10. И потом все стоят в ротации, разбираются. А кто не так нажал, кто не забежал. Ой, ротации, давайте не надо. А паладины будут стоять, пока до лужу просто юзать, и все. Прикиньте, паладинам придется прибиваться в 1200 хосты. Это хоста, не, вот, я думаю, такое. 1200 точно нет. Там она на лужу влияет, говорят, да? Типа урон да. От лужи будет. Ну, что это лужа? Что ты там набьешь? На паках, да, а в стол-то что? Там, получается, урон от лужи увеличивается да? За счет этого гнева небес, и там значительно увеличивается. Это если ты пачку мобов заливать будешь. А в сол-то чё? И плюс нет, ты видишь, от хосты там уменьшается тики. Время тика в луже. Угу. Сейчас идет секунда, а... Да-да, будет 0.07. Разгонишь, будет 0.5, правильно я понял? Ну, где-то так, да. Угу. И сейчас лужа в среднем за тик 4.200-4.5 носит, угу. А будет порядка 8-9к. А то может до десятки. Это тестить надо, я понял все, да? Если возвращается. То бишь, смотри, если разогнать до 0.5, у тебя лужа 18к за секунду будет наносить. Отлично. На пачках хорошо будет. На пачках это будет очень жестоко. Да даже в соло это звучит неплохо. У нас паладинов обычно РТ бывает 4, да? Ну, это еще, да. Плюс-минус. Ну, там, три ретрика разливают лужу. Плюс гнев небес будет работать на все цели теперь, а не только на больно. Демонов. Всем будет больно. Не будет. Будет. Нет. Айогим! Да все нормально, что ж ты? Все, Гим читал. Это рэпчик. Никому не больно, все хорошо. Потому что гимн зачитал. Сейчас он пройдет. Мне кажется, ты просто больше паникуешь. Потому что гимн читаю. Угу. Кольчуга. Я понял. А бобусы. Бэма. А Бэма нахуй, да. Ля... Да почему? Да, хорош. Яйц, почему осагрил не я, убил, сдох я? Кому-то что-то кинул.
Я рано всех прожал. Если сейчас на это с ласта падает голова Навара, то я просто, блядь, ДРТ пойду в магазине почи. Ладно, блядь. Осуждаю. Что такое? Он меня в гуле, блядь. Я думал, у меня резко мало средств. Думаю, я вспомнил. Все, погнали. Дайте похаву, у меня ман идет. Ну, ладно, похавай, похавай. Ладно, дайте хорошо. Ему индер. А не надо мне индер давать. Да в 3 хила, ой, 2 хила в нем. А? Ой, не подамажить. Дамаж, дамаж. Да? Да, да, ну, да. Ты огоньки бей, смотри, как он долго живет. А, свечься. Все. Механику-то выполняй, босса. Ванёк, а ты в ротации жмешь этот, как его называют? Скажи мне, взрыв разума. Мне кофе спало. Почему, конечно. По КД? Для рейда, знаешь? Ну да, по КД. Он ману резает рейду. А, сумеречный с чарку изаешь? Я без чарок играю. ШПшных. То есть, а, ну точно все. То есть можно выкидывать из ротации. Ну, сумеречность можно взять. Сумеречность норм чарк. Угу. Но на маны много жрет. Поэтому я отказался от него. Ну и в пользу крита я отказался, и это мне в плюс пошло. Хорошо. Огоньки только я бью, я понял. Это искра, что ли? Ну, получается, ты самый полезный игрок. Да. А не то, что эти на диком западе. Эти похук мастеру сольву. Ну, добью, блядь, огоньки и не срываю. Мы вчера три раза умирали на сурфанге. Потому что агро срывает с него и все. Без напула ходить такое себе вообще. Хорошо, что у вас бисовый ДК. Бичевый? Никто не срывает с ним, видишь? О! Паладин. Понял. Второй атакин такой же, наверное, будет. Нет, просто было на шамане идти. Линкануть ДПС? Да. У тебя 15-9. 15-9. Ну, ладно, пойдет. Это то, что я всякую хуйню творил. Там что получается? Сначала ты закидываешь соплю в босса, потом палец за фразума и дотку вешаешь, да? Сначала палец. Сначала палец, потом... До боя. Ага. Ты его прекрасно кастуешь. Потом уже кастуешь соплю, потом я кидаю чмун нулевую, чтобы она просто тикала. Ага. И боль. Молодец. Но потом даю под этот лан ДЦшный, который бесплатный каст дает с критом лично, даю под пытку. Под все да. Даже под пытку даешь его именно? Я под пытку даю. Угу. Говорят, этих шприцов нерфить будут. А там ну, не сильно. На 10% понерфят. Ну, я что-то почитал, я... Нет, уберу. Я... Оброт. Я посчитал, там кажется... Я посчитал, там чума будет тикать не 6 секунд, а что-то 13 с копейками. Нет, ты чё? Меньше? И больше? Думаю, в разы меньше будет. Не, подожди, там же... Ну типа, если духи будут так часто летать, и она будет 13 секунд тикать на макстаках, это будет бред. Не, подожди, там же как? Мне там... кажется, будет просто забиваться, ШП будет больше в хосты. Больше в хосты. Не, там здесь еще фишка идет. Там получается сопля... Ну, вообще, духи быстрее идут, но сокращение между тиками этого... Увеличено. Да, увеличено на, получается, вместо 70%, 75%, то есть у тебя получается 25%, четверть тебя идет. То есть это сама идет, сама по себе, 20.
Нет, мне сама будет способность, она... Бляха, не узнаю. Сколько она действует вообще? 24 секунды. Она действует 24 секунды. Там получается четверть, то есть это 6 секунд. А там, получается, будет идти... что получается? 15, 35, 45, 55% это... Ну, почти половина, то есть 12 копейками будет тикать по факту. То есть, да, хастон разгонять. То есть надо будет больше шмоток на хасту брать. То есть это, получается, нужно будет... Холидринг, забьешь черепку? А это не значит, что... Это не значит, что придется... Очкуем. Да. Второму фирм забьете. Что придется нонсетовый менять предмет. Какой нонсетовый? Ну, у кого чест, у кого пашка, у кого перчатка. Вообще нонсет, если брать 2Т5, топовый нонсет с джайной пашка. Я говорю пока что про Т4. Ну, то есть пока что... То есть, ну, ты берешь либо руки, либо... Нет, не придется ли, не будет ли такого, что придется менять нонсетовый, да, на данный момент нонсетовый предмет? Нет, у нас топовый танк, да? Что? Не знаю. Бежите впереди всех. Кисти поменять на... На грудах. Чего? Кисти поменять на грудах. Не думаешь? Ну, в смысле, тебе грудак должен быть Т4. Обязательно, да? Обязательно. У тебя нонсет идет с ТТГ. Это штаны, либо перчатки. Сейчас. А почему так именно идет? То, что крита потому больше дает? С чаркой, потому что нагрудник с ТТГ тебе дает дух. Зачем тебе дух? А, там дух, все, я вижу. Mm-hmm. Да. Но я же могу взять, который 200. Это сами танкуете. Че, лыжа нет, да? Есть, есть, вот, кинул. Получается, надо по листом идти КМ-ку опять. Какой дринг все срывает просто. А когда Карахэм, кстати, тоже будет вопрос? Когда захотим, тогда и пойдем. Да. Когда это... У нас так работает. Ты на телефон тебе дискорд поставь. Он не стоит. Ну вот общаешься, ходишь с ними, они говорят. Хэм! О, спасибо. Я сходил в кару. А сколько она по времени занимает? По-разному, если ты смотря на сколько боссов. Нет, какая пачка. Но там даже, да, все зависит, это как бы нет, не сколько боссов, даже если пойдешь на плюс 4, там можешь посидеть 3 часа, можешь 7 часов посидеть. То есть тут зависит от пачки. Если у тебя пачка более-менее заряжена, в принципе. А если на фул? Если на фул, но это надо тоже относительно... в 2 дня. Это надо 2 дня было 4 часа, когда мы ходили, осваивали. Но у нас там была быстрая пачка, когда мы, помнишь, этого просто копыта унесли. Там пришел Мифи, пришел Равист, мы просто копыта унесли. Мы еще до этого, когда спикдем осваивали, у нас 4 часа было на пул. Это с Малчем вместе? Да, с Малчем на фул. Со всеми. Это прям фул. Прям все-все-все. Ну, кроме оперы. Это гейская вещь. Кроме мороза, коня, нет, девы. Нет, мороза мы били. А, нет, спасите. Его, когда они были обязательные. Вот 4 часа у нас уходило. Не, мороз это, конечно, легкий босс, но не сильно. Мы послабее были. Ну, получается, если только за печеньками идти, то часа 3. Часа 3, 2. Хотя я понял, как мы это... Средней пачкой вообще полтора можно. Трэш чистили перед морозом, это просто было... Тащи веселуха. Чтобы на контроль взяли. Да, 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 да. Ты помни, бульку тонул, и там просто вся пачка полегла. А, вол. Не, так и бывало, это хорошее было. Не, ну конь, конечно, еще дикий. Кажется, там жертвоприношений нет. Что за достижение? Колечко. Ну, да, вчера если тоже было. Надо, просто не идти. Вчера тоже было очень весело. На обслуге, без разницы. Когда просто там у нас булю крутанул, блин. Мне кажется, ретриков надо сразу из инста выводить, чтобы они булю не крутили. А теперь будут ретриков выводить, ну то, что они лужу будут кидать. Просто, блин, лужу разлили. Опять лужу сделал под собой. 4, просто 3 лужи. Кто у нас там? Редринг, кто у нас еще есть? Рарник. Рарник.
Или Иннегрен. Просто да. Три лужи просто. А кто там танкует? Это получается, да, уже не Око, а какой-то, блин, этот, Зуламан. Да просто, блин. Может, еще в ТТГ сгонять? Можно. Я в арм сгонял тогда. Сейчас? Не, ну... Только я бы забрал груд с ногами бы. Так, все тут. Слышал, Ры. Кашат. Заходим. И коню можно для Костика занять. ГМ-ку уже не проходили. Но вечером ГМ-ка будет. А, ну да, кстати. Да. Если делать ДД-спек, то кого делать? Влада? Давай ты после реворка глянешь лучше, кого делать. Ну, это естественно. Но смотря в чем. Как бы, мне кто-то говорил, что забиться, в принципе, в РПБ можно на... Проста, но ты заминаешь все делать. Потому что, типа, шмоток собрать. Просто не надо шем собирать. Но тебе, знаешь, придется, тебе нужно будет тогда с этими, с топоры, с кораблей нужны будут тебе очень сильно. Нет, стоим и двигаемся. Сложно. Стоим и двигаемся? Да. Прыгаем. Ладно. Так, бомжей все призвали. Надо было пораньше зыбку сдал. Нормально, я вернул парочку штук. Давайте все бомжей вызываем, чтобы их было миллион. Я уже вызвал. Я уже здесь. А Войт вчера хоть посмотрел без перемотки Константина? Константин фильм, что ли? Ну да. Идем. Вам нужна помощь? Да, нужна. Ну, если ты сам придешь, то можешь помочь. Нормально. Потому что у нас нет лока. А мы уже арана бьем. Там тень осталась. Ну как хочешь. Можно на самом деле не идти. Ладно. Так не сделаю. Константин, что ли, фильм какой-то, да, идет? Да, да. Тринка. Ой, ты никогда не видел, он так в перемотке только. Да, нормально, фильм, нормально. Начало, середина и конец. Смотрел просто. Это сейчас трек. У меня... Вот сейчас надо было, да, сука, на игру заходить? Так, что, нормальная 15... тренька? Тренька нормально подвеска? Ну, 15,5. Подожди, ты на танке дал 15к? Что? Кто я? На танке. У меня 2,6. О, блин, да, я уже... Анхолик, я вас куплю. Я анхолика перегнал. Ура! На бичевском ШП. Кого там перегнал? Считай, что тебя анхолик мафу. Это мафу. Сколько у нас хилов в итоге? Я что-то путаюсь по аддону. Три? Три? Мы в три хила в итоге идем. Три хила? А кто третий? Вообще как будто в четыре. Куда у нас ртру, по сути. Нет, я сейчас чекаю, кто хилит. Нас девять. Ну, я на пачках стою, сам себя еще и хилю. Я понял, почему ты такой топ-2, да, ХПС. А вы что там сагрили лишнее? Зачем? У вас что там, синдром совы? Синдром Старфола. Ровиста тут не хватает еще. Угу. Он обещал, что получит ходку. И пригонет вниз и под Старфолом всех там. Я помню, успел кинуть на него эту левитацию. С него спала ходка. Лэш. И он не успел. Слава. Вчера глянул... За сколько первый раз скилл, короче, эти как его, за Сибирь закрыли этого соляру. Это было пиздец. 13 минут. 13 минут? Соляру? Да. В одного танка причем. Кто танчил? Протопал. Он вернее хила 3. Протопал с двумя Т5, двумя Т4. Вот видишь. А кого они, получается, еще убили этого Каратреса? Как он, Каратрес? Они Каратреса закрывают, они робота закрывают.
Ну, потому что они набирают чисто вот, не как мы набираем вот людей с этого, с там 245, 238, блин. Они набирают прямо вот именно 260 чисто для Гера тоже. То есть, я же тоже у них сижу постоянно там. Правда, они меня кикнули как бы с этого, с ДС-а. Но я у них сижу как-то, как чисто гостинку вижу и эти приглашения. Вот и все. Ты создай ну, себе еще один аккаунт в Дискорде, да и все. Кто там бежит? Я бегу. Надо бы, да я так подошел, глянул просто, что у них за люди там приходят, что за люди уходят. Как бы у них и свои там, у них там и ребята, кто там за чисто как типа класс лидеров, скажем так, кто более-менее. Да, по мне так труд все одни и те же, просто в разных каналах. Вот я постоянно в Нерегорна попадаю, там где X4, я удашу. В Нерегорне это там забей, там это все. Там все сидят. Да. Ну, ты знаешь про что я, да? Норик X4, который. Да-да-да, я знаю, я же на то же сижу. Меня ж Дашка забанила, а по итогу это... Так, прикинь. Да я вижу, не говорите мне, я этот самый... Я Dead Inside, блин. Угу. Тебя не а потом видно? Написал... Тебя еще раз в гуль превратить. Она меня это... Да, правда. Let me die. Да почти... Это что, повторение предыдущей кары? Да, это карма. Да какая карма? Это, блин, кара, блин, помойная, блин. Это что, карма за то, что сегодня продал, блин, два токен и челику молот? Это, ну, понимаю. Если будут эти лужи, это будет полный пиздец. Кто на синьке у нас стоит? Holy Drink? Да. Все хорошо. Заебись я тебя как. О, сам слот есть на вас? На вас та получается. А тебе что нужно? Грот? Да. Чего? Дыхание, блядь. Нихуя я там накрутил. 38к, блядь. Где шишка? Уже нет, это 38, уже 29. Шишку. Это яйцо, это яйцо, которое из ЛКТ. Помнишь, мы били яйца, ломали? Яйца а где бей. Метка? А где вон там? Понятно. Не делится лучом синим. Какие, кстати, у вас токены свободны? Никаких. Нас? Никаких. Никаких. Ой, все, пока. Да, кто-то покинул гильдию, да? Да. Я понял, осуждаю. Шутка. Поддерживаю уровень. Добьете? Четвертая лужа, хорошо, давайте. Пойманный луж за два за две кары, 5 штук. Че, все, он падает, что ли? О, что-то какой-то. Дохнул. Ебать, его там лут поналивали. Да, что-то ему плохо. Бассались тишо. Быстро. Так, бывает. Чекаем, ну-ка, что дальше у нас? Все, я забираю просто... на распыл. О, что-то я 14к выдал, нормально. В смысле? Не просто распыл жми. Мега хорош. А что там, перчи выпали на ханта? Шаман выпал. Шаман. Я понял, блядь. Что, давайте я... Что у нас? Ганнальфа в ДЦ? Сколько я ебанул? Ты? 33. Короче, сейчас я в гильдию еще линкану, подожди. У тебя неправильный этот... 27. С копьем, да. Подожди. На бурсте я видел, было там 38. На бурсте, да, было 38. Какой хант это принес? Я вчера Райдус что-то шепнул. О! Че это? Ну я уже себе поставил там даже отображение. А, нет, это я вот это поставил, сюда добавил. Не поставил. Я просто ты. А у меня сколько получается? Такое ДПС в робота бы выдать. Ну-ка, где посоку, у меня получится запуска, ну-ка скажи ко мне. 14.3 показывает. У Холидринка 27.6. 14.3? Да. То есть получается у меня у Холидринка завышенный, а у меня заниженный для меня. Интересно. У меня 14.50 написано. Странная херня. Дойду на пару минут сейчас.
Мне кажется, не самое просто... время с этой десятку идти. Слав, Войд. Сколько у тебя хосты на шамане? Охренеть. Сколько? Ну, у тебя кап. Кап там сколько на? 1500 с копейкой, да? Ну да, 1500, наверное. В общем, как это было, да, единичка. Как ты столько собрал? У тебя триньки, что ли, на хосту? У меня вообще нет триньек на хосту. Давай посмотрим. Кольцо хоста, тут хоста, хоста на ноги. Так у него все камни хостовые, блядь, у него три камни. Это да. У него, три... у него три глаза химера, я понимаю, почему. У него весь шмот с хостой, даже шея с этого, с руфанга с хостой. Ну, так и надо. А запад откуда ты взял? А, женщина, я понял. Не учили бить таргет танка? Я вообще на дне рекаунта. Ой, на дне рекаунта, на дне этого Омина, блин. Так что мне можно. Чё, пусть-то далеко спекается с ДЦ, да? Есть этот амулет Торфанга, который 264, вот 10 хм или 25 обычка, да, который падает. Что ли ты имеешь, да? Ну вот, типа моего. Сейчас. Даже ты на ком? На друле я сейчас покажу. На друле. Вот, типа такого же, только он героически идет. Ну, понимаете, да? А, ты про шею, ё-моё. Да, да, шею, да-да-да. У меня такая на паладине есть. И вчера парень там. У него с острова Кельтонат самый заряженный, 258-й он какой там. И все счеты. Ну вот. Он паролил шею и типа говорит, мне нужнее. Да я не думаю, что он поменяет ее. Ну, шея хилоска, если что, он... Что, начинаем без хоть дринка? Подожди. Кто нам будет 30 кдпс хватить? Мы так останемся в 3 хила? Нет, нам нужно спекаться, нужно ДЦ. Не, ну, пока будет ДЦ. Вообще один хил нужен тут. Можно я останусь в ДЦшке? Хочу. Оставайся, но все. Я вот не понимаю, как за него и за шипа играть. Я путаюсь с ним. У Карбонара прыгает там в кота, кто там у тебя есть? У меня медведь. А куда он? Куда эти медведи прыгают? А ты просто спек это, прыгай в медведя, но одевай эту кошку, и все. Ну, и сдохну где-нибудь, да? Не, не хочу, я так постою. У нас ДЦ, понимаешь, у нас ДЦ. Читки, ты не сдохнешь нигде. Так постою, не хочу. Не спек, не считывать не буду. Мне кажется, мы больше полбоса убили. Охуенно. Надо это. Сову надо мне. Че, где полидринг? Где Сади будет? Да здесь он? Нет, даже где он? Что он стал? Какой здесь? Не здесь. Тактичка, да. Сумоним его. Ага. Ну-ка, что-то я за кераса, множество благодателей. Не, ну так с этой как бы шмотками смотрится нормально. Армагеддон. Вот реально, меч из говна и палок сел он. Кто лево или право? Что это за фиолетовая лужа? Что это такое? Это... обычная раса. Лево или право? Лево или право? На месте. Нет, нет, надо выбрать право или налево. Налево. Две вошки, короче, встретил. Давайте его бить. Во, встретил. Кулинг Дринг не пойдет? Не идет, так. Да? Костя. Костя. Костя, живи. Надо забыть взять на этого Груля, Магмадариона, а ты на прошлой неделе пошел, убил, блин. Вы в ГМО идете уже? Нет, еще нет, 4 там же. Чем так ты себе кусок срулил? Нет. У тебя 3 куска? Да. Вы что там охренели? Мы тебя ждали, ждали, мы тебя звали, звали. Секунду назад запустили. Уже 10% нет. Это, разлей лужу, короче, под дверь.
получается мне. Войл, короче, к двери отведем. Думаешь, это сработает? Хотя должно. А, ну да. Кстати, что, и выйдем, да? Давайте выйдем. Все? Подожди, дай похаусника. А может касс? Да зачем тебе? Тебе хватит маны, у тебя гимн будет. Оп. Поприятненько. Я понял, блин. Я понял, ни каски, нихуя. У каски да, и баф на дринк. Ни каски, ни пристабафа, ничего нет вообще, блин. Пристабафа? МСДЦ, да. Гендальф. Я. Это, если ролишь голову, я у тебя за древнейший странит беру, да? То, а, да. Если пароль... а если я паролю, то берешь за два. Если я паролю, то за три. Тулики! Фу, блин, господи. Лево, куда нам? А тебе на мейн спек? Да, конечно. У меня... Какой ДС вообще? Древнейший странник. Так-то правильно. Надо просто отдавать. Так, надо отдать, надо отработать. Сначала ДС надо отработать. Согласен. Да. Отрабатывайте свои ДСы вовремя. Ну тебе, в принципе, на мейн, поэтому я тебе так отдам. Оооо, спасибо. Да, пожалуйста. Мне тоже на мейн надо. Ну, если выпадет, конечно же. Да, если. Не выпадет. Если каждый раз. Выпадет, знаете почему? Потому что я не на баре играю. Башка на пола, я ее забираю. Скорее всего, выпадет или на паладина, или на ДК Вангу. Я думаю, проверяйте. Я тоже думаю, на пола. Ванги прям. Нет, пойдет, выпадет на варан. Такой прям. Можно же за денежку там это кинуть КД? Нет? Нет, конечно. Нельзя. Не, ну я сука... Нет, это, конечно, хорошая идея. Ты предложи на сайте, они скажут, бля, охуеть идея, блядь, больше бабла выжимаем из бичей. Понятно. Снимал, отталкивать. Бля, может реально в 5 человек просто будем брать каких-нибудь даунов, 3 штуки. И просто будем их погонить. Так и делается, ты что, не знаешь? Это... Все полетели. Недорого, понимаешь? Да, сколько там? Ну, пятак. Если я скажу так, лучше в ГМ ходить, потому что в ГМе больше конкуренции, да. Там больше даю есть... Даю мини-геру в ШПшке. 40, понимаешь, 40. Зачем? Ну, ладно, спасибо. А у тебя уже действует какое-то более мощное заклинание, это как так? Да, а ты не сможешь кинуть меня ничего? Да, а почему так? Ну что, Гера действует сейчас. А, просто Гера идет. О, так он шалка. Наконец-то. Кошмар. Ладно, хорошо. Кошмар. Ну хоть 10 тысяч лет.